Всем привет! Это трип в Карпаты. И там я буду катать на арендованном подвесе в байк-парке Пилипец. Ну и, конечно же, показывать красивые виды. Трип начался с Киева, с вокзала, как всегда, наверное. И мы поехали ночным поездом, плацкартиком в Карпаты. О, да. Поехали на нашу хату. Что, первый раз на подъемнике, как тебе? Да. Круто? Да. Сегодня дождь жесткий весь день, поэтому в какой-то из следующих дней, вот, будних, приеду и буду катать. Вот, мы в туче, короче. Дробный маленький, привык к байку довольно хорошо. Я так доволен, ребят, это просто кайф, вот, реально. Надо попробовать, это надо попробовать, это офигенно, просто. Аж нога слетела. Брат, ты, по-моему, перепутал. Какой тут жесткий поворот, капец. Неожиданный. Немного не тут урежешься. Тут попробуем съехать на крас. Потом в один день я сделал спуск в 5, потому что я пришел заранее, все окей, но я не смог взять велик из-за причин, вот,
администрации или кого-то там еще. А на следующий день уже случилось что? После одного спуска плохо начали работать тормоза, и все, их не починили. Не получилось. На этом как бы катание закончилось. И вот так вот мы просто ходили, гуляли. Кстати, в последний день мы сходили на водопад Шибет. Красивый водопад, классный. Мне понравилось, я там купался. Под холоднющей водой. Ну и так, вообще, я много ходил, разведывал горы. И вот дорога домой также на станцию Воловец, на такси и на поезд домой. И потом из Киева домой. Наберем 20 лайков, и следующий видос уже в эту среду. Ну и также можете написать коммент и посмотреть другие видосы. Пока!